Не секрет, что Артемовский городской округ состоит из большого количества сел, деревень и поселков, в которых частный сектор – основная часть. Впрочем, и в городе индивидуальная застройка занимает значительную территорию. С приходом холодов основную пожарную опасность для многоквартирников представляют электронагревательные приборы, а для многих частных домов – печное оборудование. Населенные пункты, подведомственные ТОМС села Миронова, не исключение. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к жителям, соблюдать меры пожарной безопасности. Это в первую очередь, конечно, при обращении с электроприборами. Затем это соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей. Ну и, конечно, какие праздничные мероприятия без пиротехники. То есть правильное и грамотное использование пиротехнических изделий. Ну и ни в коем случае, конечно, нельзя давать одним детям ее использовать. Будьте внимательны и осторожны. Такое предупреждение всегда актуально, ведь именно от нас в холодную пору, когда нет очагов природных пожаров, зависит наша безопасность. Нужно всегда помнить, что человеческий фактор – основная причина, когда огонь уничтожает наше имущество и уносит человеческие жизни.